Друзья, в каждом нашем вечере мы стараемся пригласить кого-то из новых людей. Одного-двух человек. И вот сегодня у нас в гостях лауреат фестиваля «Одинцовские самоцветы». Поэт, певец и гитарист. На сцене он большой артист. И все ему скажу я нипочем. Наш гость сегодня — Игорь Рогачев. Обстановка. Ну, Игорь у нас всегда громкий. Да. Мы с ним выступали на фестивале «Одинцовские самоцветы». Мне у вас очень понравилась, очень душевная обстановка, яркие, звонкие голоса, и зал у вас прекрасный. Вот. Ну, заявлена тема у нас — весна. Обычно раньше в моей жизни весна начиналось с того, когда мама изменяла нашу диету. И появлялся на столе у нас первый огурчик, тогда еще тепличный. Сейчас, конечно, уже не так. Круглый год овощи, помидоры, откуда они взялись, мы не знаем. А тогда было ясно. Раз огурец появился на столе, наступила весна. И моя песня «Весне» поэтическая. Так и называется — «Моя весенняя диета». Весна, 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 в припрыжку и в прискок мне приставного шага ход вчера взлететь помог. Зиме отвечу фигою, в лицо ей хохочу, ведь я сейчас не прыгаю. Лечу, лечу, лечу по островкам простуженным, закончен мой разбег в борьбе тепла. Со стужею тепло одержит вверх, и вместе с теплым воздухом я поднимаюсь ввысь. Вчера вы были скучными, сегодня взорвались. Снимайте ваши валенки, дотроньтесь до мечты. Пусть в смс, как смайлики, сотрут тоски черты. Сорвите ваши варежки и выше, выше нос. Прозрачный льдинок краешки, прочь авитаминоз. Для вас моя диета не тайна, не вопрос. Летать со мной хотите? Тогда не бойтесь слез, тогда мои секреты не стоят и гроша. Дышите глубже свежестью, весна так хороша. Не бойтесь жадно сглатывать обильную слюну. Секрета сверхлетучести открою глубину. У зимних энергетиков срок годности истек. Я пью весенне выжатый лимона солнца сок. Спасибо.